Весна. Несмотря на то, что деревья абсолютно голые, температура воздуха выше 20 градусов, солнце светит вовсю. И это всего лишь 27 марта. Можно представить, что будет твориться летом. Вот дети уже разрисовали весь тротуар специально для прыгалки в классике. Отсюда я к своему стыду великому вижу, что американцы и в классике играют по-своему. Они скачут через алфавит, а мы по цифрам. Правда, у них зигзаг. Вот веселый народ, дети. Слева от нас находится Old's Head Park в Бэй-Риджи. Это с виду небольшой маленький скверик. Зайдешь? Покажется, что скверик маленький, да удаленький, имеет свой ландшафт. Рекомендуемое туристам место, что я могу сказать. И на метро туда можно доехать. R-Train до Бэй-Ридж-Эвеню, оттуда два квартала назад.